Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 572. События дня. 1 Коринфянам 9:22 как эпиграф. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Значит, многое зависит от человека. За 7 июля 2017 года. Вопросы начитывал и стихотворение свое увидал. Я уж его и забыл. Увидел Бог, что сотворил с утра, что к вечеру солидно получилось, и похвалил себя, труды его не зря. Все хорошо и очень с эхом слилось. Так и пошло день первый, день второй, был вечер почему-то, а не утро. Летели птицы, рыбы, и все за роем рой, как по нечаянности рассыпанная пудра. И до седьмого дня прибыток так велик, с приказом размножаться и плодиться. Пока отобразил, одобрил свой он лик водами голым, без смоковных листьев. И это хорошо в нас не прошло. Оцениваем труд мы свой на расстоянии. Когда душа поет, все в жизни хорошо, и к новому труду все 10 пальцев тянем. Ребенка первые несмелые шаги, уверенность и радость порождают. Плохое лучше тотчас и сожги, дабы не почивать приспешников рожками. Учите деток Богу предстоять, окупится старично этот труд. Ведь труд любой впоследствии двояк, смотря куда и что им подопрут. Но знание Бога, Библии, смирение так хорошо возводит к небесам. Куда ни поверни, везде к добру применим. Плоды хорошего не сможем описать. Увидит Бог и ангелам дивиться, рукоплескать победам над врагом. Когда о Годунове был труд уже дописан, сам Пушкин похвалил себя при том. Он ахнул: «Ай да Пушкин, ай да молодец!» В ладони хлопнул и потер с улыбкой. «Нам иногда неплохо бы присесть и рассмотреть свой труд после молитвы». 19 декабря 2006 года. Галина Влеска пишет: «Мир вам, дорогие и любимые христиане, деткам лагеря православного ангела-хранителя, трудовому персоналу стойкости. Пишу в день рождения последнего пророка, идущего перед Христом и вопиющего в пустыне покаяние. С праздником! Пересмотрела все ролики с радостью, но и тоскою по душам, отдаленным от моей. Как хорошо быть среди своих! Рая подобно. Игнатий Тихонович, отец мой духовный, родивший душу мою благовестием Голгофской жертвы Христа, Спасителя всех людей, благодарю за все». Интересно. Вот уехала, какое-то время молчала, и вдруг вот выдает такое. «За заботу, поучение, доброту сердечную скрытую. Парнишкам и Илюше, и Коленьке захочется в гости еще. Матушке Людмиле передайте огромный привет от меня. Какая она славная, пример трудолюбия и заботы. Уважаю и люблю стареньких. Была очень рада обшить ее фартуками, повойниками и юбками. Ирине Устиновой поклон от моей мамы за вкуснейшие молокопродукты. Свою долю заморозила до окончания апостольского поста. Вот и мое око тоже не радует мое жирное телище. В роликах аз яко бегемот по-теряевски. Степа даже сказал, что я толстая. Истину Степашкину признаю. Прошу его молитву обо мне. Лишь всего 15 килограмм. Чтобы еще придумать для снижения моего бегемотства. Образ жизни подвижный, ем мало и простую пищу, всю жизнь ограничиваю себя, зимой катаясь на горных лыжах. Последствия серьезной спортивной жизни, диет и наследственности. Игорь Добунов меня поймет, как врач подводила над собой эксперименты.
Два месяца жарким летом бодро ходила на работу и с работы по 8 километров. Или не ела 2 дня, и один день даже не пила жидкости. И что? Встаю на 3-й день до весы, и что вижу? Плюс 2 килограмма. 2 обеда нет у меня. Прошлым летом пошла сдавать биохимикам. Развернутый анализ биохимии крови показал – норма. Каждый день утренняя гимнастика и бег 30 минут. На даче 6 суток огород зарос по пояс, за 2 потеряевские недели. Выскоблила до черной земли с поливом вечером за 5 дней без отдыха и еды с утра до позднего вечера. На весах минус 0,5 килограмма. Соседские огороды начать обрабатывать. На огороде моем за 2 недели не полива, лишь 50% клубничного компота, а остальное отлила. Домчалась до своей болящей мамы по замечательным трассам наших областей. Благодарю Бога и строителей сибирских дорог, и докторов за поддержку моей старушки-мамы. У нас в Новокузнецке старенькими занимается только одна, вторая горбольница во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Как у кошки проказницы лапка, ее духами еще попахивает в машине. Да, тайная явилась через явное, пребывая в детской радости о потеряевских моментах. Где просто, там и ангелов соста. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребывает с вами, со всеми. Спаси Христос. Помышляю о следующем летнем трудовом отдыхе. А остальным желающим желаю сосредоточиться на своей решительности. Гонений в мою сторону нет. Желаю злопыхателям побороться со своим унынием и завистью. И вечный бой покой нам только снится и с Богом. Благодарю за высланную вашу проповедь в стихах. Вот это стихотворение. Андрей Александров, спасибо за стих, вот за этот. Особенно хороша клаузула. Нам иногда неплохо бы присесть и рассмотреть свой труд после молитвы. Спаси Христос. Андрей Александров вот показывает, как это перепечатать. Это интересный канал, много полезного, может детям, что покажете. Андрей Недоступ, благодарю за стихотворную проповедь, которым смело можно назвать труд. Катерина Тинникова, спаси Христос, Игнатий Тихонович, Божьей помощи в трудах. Это вот событие за 7-е. Ну, 7-е что событие? Литургия. Это все у нас есть проповеди, которые были. Получилось так, что в районный центр Мамонтова надо выезжать учителям сдавать анализы каждый год, чтобы учеников не заражали болезнями своими. Подошло время считать проповедь Златоуста, а Виктора нету. Видно, батюшка не знал, он вышел и стоит, и я показываю пальцем на себя. Он махнул рукой, давай. Но мне пришлось сказать небольшую проповедь о молитве. Именно на этот день, что она означает. Это проповедь будет стоять. Мы засняли. Ну, а раз была литургия, значит, и беседа на улице еще была. Я сказал о пророке. Это день памяти рождения Иоанна Крестителя. День не праздничный, никакого праздника нет, памятная дата. Работали, как всегда. Ну и показать нужны наши ресурсы. Вот. Это первое. Я люблю мой мир. Вот он где. Пожалуйста, тут я в шапке. Уже пошли переносы. Ну и ленточный вариант. Вот наш форум православный. Очень хороший. 1600 тем. Ну и видеоканал. Только что поставил. Вот, ну, есть 20 просмотров за
до 31 минуты. Ну, а тут остальное это меньше всего. И тоже работа на первом мостике, 20 просмотров. Это все наши клиенты постоянно. Ну, а дальше идут замки. Снимать буду на следующий день, если Господь благословит. Ну, и прочитать хотя бы один вопрос. Вопрос по темам. У нас тут во свете Библии православный библейский сайт. И вопросы вот здесь разбиты на 55 тем. Ну вот теперь один из вопросов. Возьмем внутренний мир человека и зачитаем. Там мне вопросы задавали в разных университетах. Вопрос 3035, 16 том «Открытым оком». Было ли так, что о ком думали, что он всегда будет рядом, а он ушел, и наоборот? Ответ. Таких, как есть люди, есть и различия в этих человеках. Если бы были просто болвашки, деревянные щурбачки, то все было бы одинаково, как на партсобраниях. Кавычки открыты. Неоднократно задавал себе вопрос, стал ли я верующим. И тут же возникал второй вопрос, а ушел ли я от мира? Бога я не искал, и вообще считаю, что Бога искать, значит оправдывать болтание и шатание по всяким сектам, учениям и так далее. Был везде. Что же его искать где-то? Ищи его присутствие в себе, в своих делах, мыслях, поступках. Если найдет тебя, то возлюби чистоту жизни, ближнего, уйди от зла, лжи, ненависти, и Бог откроется тебе сам. А уж потом и беги в храм, ищи себе подобных. Жил я, как все, пил, ругался, обманывал. Был у меня сосед по гаражу, баптист Володя Данько. Как проповедник он был никакой. Но меня удивляла его расположенность ко мне. Думал, корысть, так я гол, как сокол, дать ничего не могу. Но он постоянно что-нибудь давал мне из гуманитарной помощи по линии миссии. Однажды он подарил мне Библию, 66 книг. Я начал считать, а понять ничего не могу, но чувствую, что-то там есть. Володя не говорит мне ничего, толковать не может, а только любовь. Люби ближнего. А мне как их любить? Ведь на дворе 91-й год, все тащат, кто что может. Слушаю и удивляюсь ему. Наивный он, что ли, или еще что-то не понимает. Так я и маялся, считал о любви, доброте, бескорыстии, о злобе человеческой и не знал, что делать. А жизнь была все хуже и хуже. Жена Надежда ходила по разным собраниям, чего-то искала, а я не запрещала ей, чем бы ни тешилась, либо не доставала. Однажды пришла вся возбужденная и говорит, что была на необыкновенных занятиях в политехе. Это политехнический институт был, университетом стал. Такие там люди, так интересно, много нового. Ну, думаю, попала баба на крючок, не пропасть бы. Слушал, решил посмотреть, кто и что там, проверить. Ну и проверил, до сих пор сам там. Поразили меня люди, а главное стало ясно, куда идти и что делать. Услышал, что за всякий грех человека ожидает смерть. Стало страшно, боюсь я боли, а главное боюсь мучений, вечно будут эти мучения. Узнал о чистоте православной веры, а главное нашли общий язык с женою. Решили подать заявление на подготовку к крещению. Страшно было жить прежней жизнью, а еще страшнее была неизвестность в новой жизни. В душе была очень сильная смута. От мира не ушел и к Богу совсем не пришел. Но заявление подали, и вот крещение. Волнительно, как перед подходом к дантисту. Но, слава Богу, пришел, и тут началось. Сначала на работе, потом с родственниками, вплоть до ссоры. Вот какое дело-то. Благо жили далеко от них, на Южном, а то не знаю, что бы было. Но Бог помог выстоять и утвердиться. Родственники признали сумасшедшими. Ну ладно, думаю, так проще будет. Ушли мы в общину, и началась другая жизнь. Сколько дел и событий происходит. Вначале все было ладно, хотя и трудно. Бог помогает нам в делах веры. И думал все так.
А нет. Много людей приходило, но много и уходило. Обиднее всего, что уходили те, кому доверял. Спали в моем доме, ели с моего стола, душу открывали. Оказалось, случайно люди не были нашими. Стал в душе возникать ропот. Помогаю им, принимаю в дом, а они вот так, моим салом, мне же и по мусалам. Стал более осторожным, хотя все равно простыдырой. Обманывают? Община стала мне родной. Без нее я не знаю, что буду делать, хотя Бог управит все как надо. Да и запас есть, думаю, что смогу до конца претерпеть, хотя на все воля Божья. Вон Петр вначале тоже думал, а испугался. Так прошло более 10 лет. Община, дом. Да и куда идти-то? Кругом смрад и покойники. В общине хорошо, покойно, братья посоветуют, помогут, хотя и не все нравится. Но это временно, жизнь-то к концу идет, терплю. Думаю, что многие так же поступают и ждут. Но многие и не ждут, а берут из общины свое. То есть интересно проводят время, при случае можно козырнуть словом из Священного Писания. А на деле все одно покойники. Некоторые даже надоели своей бесполезностью. Бог посылает таких, чтобы испытать тебя, какой ты. Вот уже и ропот наметился, а ведь грех. Прости меня, Господи. И несмотря ни на что, благодарю Бога за общину, за наставника, за батюшку, за братьев и сестер, за скорби и печали, за науку жизни. Слава тебе, Боже наш, за все. Польгуев Николай Валентинович. Телефон 67-88-45. Иеремия 29-13. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Иоанна 1:45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Исход 15:16. «Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит народ сей, который ты приобрел». Притча 15:33. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Бог хочет всех спасением одарить, к себе приблизить и усыновить, лишь бы раскаялся кровавый там старик, а внешне Бог силен воссоздать и вид. Мы слышали, что если бы Иуда Искариотский, а не патриарх, раскаялся во всем и лучше бы прилюдно, то Иегова озолотил бы дьяволу на страх. Доверимся словам новозаветным, что блудный сын опамятоваться может. Любовью к Богу вспыхнет и при этом вдруг возопит: «Прости меня, о Боже!» И радость водворится в небесах, и возликуют ангельские сонмы, что Дух Святой преображает пса, вонь прошлую заменит благовонием. Безжалостные судьи так нужны, когда себя осудят беспощадно. Никто не осудил же той жены, ведь даже солнце украшает пятна. Неужто и Нерон, и Садомит, и с Адольфом Гитлером, и Сталином усатым мукой, не плевелами стали в Божьем сити, смогли присмертные поменять свой статус? В растерянности многие вздохнут, дивясь неправде Божьего решения, что Ленин изверг, огородный шут, таким казненным нет вовек прощения. Все протестует, быть того не может. Зачем же Богу эти людоеды? С таким живьем на живодерни кожу содрать и сжечь развеешь и бесследно. Но у Творца иная есть шкала, по ней и мне отмерено прощение. Все прошлое сгорает там дотла. Учение Христа превыше всех учений. Все на этом.